Всем привет, ребят, с вами Стив. И это выживание в Майнкрафт. Мы продолжаем выживать. И сегодня мы пройдем к нашим соседям песчаным жителям. Подарим им новую кроватку. Нам кактус дал укол. А еще один кактус дал укол. Ну все, кактус, на. На. О, кактус. У нас есть золотой самородок. Если у меня стоит 1.16 или 1.15, так как он есть у меня, считается как 1.14. Это была тропа падающего песка, я ее выжил. Я там выжил. Ну, песчаные жители. И это выжил. Так как деревня подвергалась нападению, они поставили тут ловушки. Лава. Another neighborhood village. А мы ищем desert village. Карта. Эй, братюни, че надо? Я не могу взять немного мяска, обойдешься. Тогда посмотри, что есть у кого. А теперь как ассасин. Ай. Наверное, мы можем лечиться, а не намерят нам не лечиться. Курсы выживания. От меня. Это курсы выживания можно считать даже. Я хочу всю карту изучить. Ай, нас опять укололо. Наверное, скажете, Стив, ты настолько бесстрашный и храбрый.
Что-то там, мои друзья, вы ошибаетесь. Вообще мы эту часть острова, вообще мы почти всю карту заполнили. Я лучше устрою палатку посреди деревни, устрою лагерь в виде палатки, и все. Вы спросите меня: Стив, зачем тебе делать палатку? В палатке можно будет спрятаться от мобов враждебных и не бояться атаки, там можно будет прятаться. Соседи, здравствуйте, соседи, сейчас им я дам кроватку, а сам потом я отдохну себе тихонько. Я пойду на катере моей волшебной картой, потом загляну в ад и его составлю карту, потом я изуследую все. Погнали, наши учения только начинаются. Вот и кровать, а я пошел. Последний угол карты. А это что за рыжая вещь? Придется пойти по речке. Пожалуй, на этом закончим. Если вам это понравилось, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и всем пока.